Метрополитен сначала был куйбышевским, потом самарским. 9 его станций знакомы каждому жителю нашего города. Но все ли знают, как создавалась самая быстроходная транспортная сеть в Самаре и какую историю хранят станции? Две из них, Победа и Безымянка, могут поведать о военном прошлом. По замыслу архитектора Алексея Герасимова, станция символизирует победу в Великой Отечественной войне. И победное название оправдало себя дважды. Когда станция была готова, в декабре 87-го запустили самарское метро. В 1987 году на этой станции состоялся митинг, посвященный открытию первого участка самарского метрополитена. От Победы до Безымянки прошел первый поезд. Здесь нет традиционных для метро колонн. По первоначальному замыслу станцию планировали украсить звездами, единственным на тот момент символом Победы. Однако идея показалась слишком обыденной. В итоге станция превратилась в фейерверк. Вместо люстр – праздничный ритм хрустальных гроздев. Сверкающие плафоны качаются в воздушных потоках метро. Вместо мозаики над выходами – цветные витражи. Работники говорят, в самарской подземке Победа самая красивая. Любовно называют ее воздушной салютной станцией. Наполняет чувством восхищения и гордости не только за страну, но и за город, что в нашем городе есть такая станция. Но потом я проживаю в Советском районе, мне эта станция родная и близкая. Я здесь жила и живу, и работаю. Свод станции окольцован полосками из нержавеющей стали, отражателями света. Вдоль стен медали за победу над Германией. Главная цель создателей – станция должна быть светлой. Сейчас, спустя 23 года, работники говорят, идея удалась. Здесь на Победе не чувствуешь, что находишься под землей. Еще одна станция с военной историей – Безымянка. Два идеально ровных ряда колонн, как цеховые пролеты, как строй солдат при наступлении. Белый мрамор с черной окантовкой лабрадорита в знак памяти трудового подвига в тылу. Станцию начали строить в марте 82-го. К концу 85-го она была готова к отделке. Станция названа в честь маленькой железнодорожной станции, на которую во время Великой Отечественной войны эвакуировались заводы оборонной промышленности. На одной из стен станции легендарный штурмовик Ил-2. Его собирали на эвакуированном из Воронежа заводе. Проектом Безымянки занимался главный на тот момент архитектор города Алексей Маргун. В 16 лет он попал на железнодорожную станцию Безымянка, работал клепальщиком на авиазаводе. Из воспоминаний и родилась архитектурная идея. Чистоту после строителей наводили работники метро и обычные горожане. Женщины натирали мраморные стены. Чтобы камень засверкал, использовали подсолнечное масло. Но пока женщина тряпку не возьмет в руки, вот, это не наведешь блеском. Благодаря рукам женским, свои добросовестные отношения к труду, вот это все происходит. Спустя 23 года со времени постройки метрополитена на станции те же ощущения. Архитектор преследовал цель. В отсутствии поездов, шагая по центру платформы, человек как будто движется между двух рядов мемориальных обелисков.